Устраивайтесь поудобнее и не забудьте пристегнуть ремни. Самый горячий момент игровой недели по версии FunBet. Поехали! Смоки Минск одержал первую домашнюю победу в сезоне. Бранко Миркович был на острие атаки. Обманное движение, легкие 2 очка в быстром отрыве. Алан Вильямс рожден для полета. Форвард Лока преподал соперникам из нижнего урока игры в краске. Ловко ушел от опекуна и мощно вколотил сверху. Идеальное исполнение. Форвард Парма Николай Жмака провел лучший матч в карьере и попал в сборную недели Единой Лиги ВТБ. Не повезло Астане, эффектный данк после перехвата. Вот что называется пермский стиль. Сколько игроков Смоки Минск нужно для образцовой контратаки? Всего 2. Максим Салаш и Алексей Тростенецкий. Быстрая двоечка, и Салаш отводит душу на кольце соперника. Азия Хиггс, парень самодостаточный, сам промахнулся, сам вырвал подбор и сам же добавил сверху. Мощнейший данк в окружении 4 соперников. Не стойте у него на пути. Дрю Гордон перепутал даты и провел данк-контест раньше матча звезд. Дрю завершил алиуп после передачи Джо Томасона. Едва не ударился головой о кольцо. Такие прыжки вне закона. Элджин Кук не знает жалости. Форвард Автодора легко продавил Александра Пустоглара и забил через него сверху. Еще одна жертва в коллекции постеров. Смоки Минск все же остановил Элджина Кука. Сделал это Евгений Беленков. Форвард отработал в обороне после промаха. Награда за старание – шикарный блокшот. Да чего уж там блокшотище. Хотите чего-то особенного? Марексу Мэрису есть что предложить. Пара молниеносных передач, Мэрис пошел на взлет. Его не смутил даже огромный Душан Ристич. Эффектный постер-данк. И автором лучшего момента недели становится Дрю Гордон. В матче с Енисеем форвард Зелены Гуры рвал и метал. 24 очка, 15 подборов. Обычный данк слишком просто для Гордона. Реверс-алиуп в самый раз.